Так, всем привет! Сейчас мы рассмотрим два насоса для накачки надувных лодок двухступенчатые. Это Браво БСТ 800, это Браво БТП 12 Digital. Отличие этих насосов в том, что у этого насоса два поршня. Он двухпоршневой. Этот насос однопоршневой. У данного насоса большая турбина, у данного насоса турбина поменьше. Сейчас мы проведем такой небольшой баттл. Накачаем одновременно два баллона у надувной лодки и посмотрим, какой насос справится быстрее. Так, друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин, который называется zipmarine.ru. В этом магазине много всего интересного и полезного для лодок, для моторов. Различные запчасти, винты, аксессуары. А самое главное, для моих подписчиков по моей ссылке скидка 10%. Чтобы получить скидку, нужно выбрать товары в корзину. Вот я сейчас вам покажу, как это сделать. Я сейчас уже кое-что себе выбрал. Заходим в корзину. Положили товары в корзину. После того, как мы вводим промокод «Флагман», нажимаем «ОК». Так, смотрим, и мы видим, что все товары, которые мы положили в корзину, стали дешевле на 10%. Все, пользуйтесь, на здоровье. По цене они плюс-минус одинаковые. Этот насос заявлено, что выпускается в Италии, этот насос выпускается в Китае. Но производитель один и тот же. Но главный плюс вот этого насоса, что к нему запчасти значительно дешевле. К этому насосу все большинство запчастей продаются только узлами. К этому насосу запчасти продаются практически все по отдельности. Поэтому данный насос с точки зрения ремонтной пригодности значительно лучше. У Браво БСТ 800 регулировка механическая с помощью вот такого колесика. По достижению давления он отключается. Браво БТП 12 Digital отключается также самостоятельно, но давление уже регулируется при помощи кнопочек. Все, смотрим, не переключаемся, а мы начинаем. Так, качать будем лодку «Флагман ДК-390 игла», задние баллоны. Так, насосы подсоединили к одному аккумулятору. Качать будем задние баллоны. Поставим 250 миллибар. Вот здесь ставим 250 миллибар. И здесь тоже поставим 250. Одно после накачки посмотрим, насколько точно качают эти насосы по своим внутренним манометрам. Проверим потом отдельно, какое получилось давление. Также оба насоса могут сдувать. Вот сейчас сдуем лодки. Так, чтобы было все честно, полностью откачали воздух из обоих секций. Пробуем, кто сильней. Браво БСТ или Браво БТП. Ставим лайки, напишите в комментариях, что вы думаете, кто сильнее. На старт, внимание, марш! Время пошло. Видим, что Браво БСТ качает быстрее на первой ступени. Включилась вторая ступень. БТП качает еще на первой ступени. Все, Браво выключился. Этот еще качает. Ну вы сами все видели, Браво БСТ
800 значительно превосходит и на первой ступени, и на второй ступени БТП. Давайте сейчас померим, какое давление накачали насосы. Может быть, просто один насос качает сильнее другого? Браво БТП накачал почти до 300, хотя я ставил 250. Хотя на манометре стоит 250. А Браво БСТ накачал 250. 250 миллибар. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Напишите в комментариях, какой у вас насос. Кому вы отдаете предпочтение? Браво БСТ или Браво БТП?